Господь сказал, что все герои в играх Кришны, они даже если внешне иногда кажутся злодеями, они все играют там очень важную роль. Потому что благодаря их присутствию совершаются чудесные игры Кришны. Как бы иначе Кришна бы совершал свои подвиги, если бы там не с кем было разделываться. И множество других подвигов. Я попросила, can I speak from Gopal Champon a little bit? Okay. Из Gopal Champon написана такая история, объяснение, когда Шрила Госвамипад подробно объясняет это, он говорит, что когда Кришна родился, вообще в Индии, когда дети рождаются, там в течение месяца женщина не может выходить наружу. И ребенок дома должен находиться, и женщина должна находиться дома, чтобы не было и дурного глаза, и энергии каких-то, чтобы все это спокойно было. И считается нечисто пока еще это место. И тогда Кришна, весь врач до этого долго ждал появления Кришны. И из других деревень, и из разных каст тоже в Раджавасе все ждали появления Кришны. Все слышали, те, кто его видел, о том, какой Кришна красивый, небесно красивый божественный ребенок. И все просто страдали от того, что у них-то не получилось получить даршана. И вот так, даже лесные жители во Вриндаване, они знали, что родился Кришна, но у них не было возможности увидеть его. И тогда Кришна захотел подарить им свой даршан. И Йога Майя исполнила это желание таким образом. Она отправляет туда путану, появляется путана, в которую цепляется Кришна. Путана со страхом вырывается наружу, взлетает в воздух и собирается лететь к Матхуре. И потом она этой тушей падает на этот сад Камсы с огромными размерами. И на этот грохот, на этот фестиваль прибегают все в Раджавасе, и они все любуются на прекрасного Кришну, который сидит на этой путане. Все получают даршан. And when Putana, you know, when try to enhance, you know, take out, when then she take the own form and fly the sky, he try to take to, you know, Mathura. But there was very beautiful garden of Kansa. There was nice food and flower. And Kansa told, this garden's flower and fruit only for me and my disciple. Not gave any Krishna and any Krishna devotees. Then Yoga Maya becomes so angry, believe everything belongs to Krishna, and Krishna, why he creation this material world? Not for demonic person. He created for only him and his devotees. And you don't want this thing offering Krishna and Krishna devotees. There no need to staying anymore. Take this putana. Putana is the 12 kilometer, you know, very high form, huge form. Take and there fall down there. And all this garden completely smells, completely destroyed. So this way Krishna, he have teach us, this world belong to Krishna. So if not worship, not offer to everything, anything to Krishna, then Krishna wants everything to destroy Krishna. Махарадж, как всегда, находит возможность дать большой урок, поучительную историю рассказать. Он говорит, когда путана, она чувствовала, что испускает дух, и когда она вырвалась из дома Нанда Бабы, приняла свой огромный чудовищный облик и взмыла в воздух, тело у нее было 12 километров. Большое было тело. И она летела, она подумала, что Камса ей поможет. Она полетела в сторону Матхуры. И Йога Майя решила еще одну проблему решить. У Камсы был хороший, красивый сад, в котором росли очень много зрелых фруктов, необычайно вкусных. А Камса решил, что все это только для меня и всех для моих последователей. Никому больше эти фрукты не достанутся. Йога Майя знает, что это все принадлежит Кришне. И Йога Майя показывает о том, что если что-то не предлагать Кришне, а использовать для себя, то Йога Майя сама же это уничтожит. И она направляет эту тело путаны, и она падает, и от этого сада ничего не остается, ни одного живого дерева. Вот что происходит, когда мы
То, что принадлежит Кришне, Кришне не отдаем, не предлагаем. So Krishna he told Bhagavad Gita, you know, it will jagyasishta sina santa mucchante sarvakilisai bhunjante tu adham papa je pachanti atmakarna. Krishna said, oh Arjuna, you know, all sadhu, they are free of all kind of sinful activities. But why? But what they are eat, everything they are offered to me, you know. So they are free of all kind of sinful activities. But who is that did not offer to me direct want to eat, they are always eat the only sinful activity they are only accept. Krishna говорит Арджуне, что мои преданные, они полностью чисты от греха. Почему? Потому что все, что они принимают это сначала предлагая мне. И поэтому они чисты от греха. А те, кто не предлагает Кришне, пользуются чем-то в этом мире, они являются самыми грешными. Yeah. So, and Manu Sahita telling, what you cannot offer to Krishna, this is telling, he telling this, like this, you are eating stool of dog, you know, and this is drinking water like this, alcohol addicted urine, like this said. В Ману Самхите говорится еще более жестко. Там говорится, если мы что-то кушаем, не предложенное Кришне, то это просто испражнение. Если мы что-то пьем, не предложенное Кришне, то это моча. Yeah. So, эффект будет тот же. So Upanishad he told Isavasam idam sarvam jatkincha jagate jagat. What you can look this whole world? You are not created anything. Lord is the creator of everything. So what is our duty? This belongs to Him, everything. So everything offered to Him, accept like this prasad. Виша Панишат говорится, все, что мы видим в этом мире, нужно ведь признаться о том, что не мы творцы этого. Мы этим всем пользуемся. Это все принадлежит Творцу. И поэтому все это должно быть предложено, это Ему принадлежит и должно быть предложено Ему. Yeah. So, you know, this is one Krishna and Krishna Sakha, when Krishna went to this Kurukul study, once his Guru Mata, he gave some fruits to Sudama, he gave. Well, Sudama, you can give to Krishna, then you can eat together. But what he did not give to Krishna. So someday he is suffering so much poor, you know. So he's happening so much suffering and became poor life. Well, why he did not give to Krishna? Everything belongs to Krishna. You gave and accept, you have become a rich person. You did not give, then became suffering and very poor person. Еще одна поучительная история, когда Кришна учился в Гурукуле, в школе для детей, то он со своим одноклассником пошел в лес, и жена их учителя дала с собой завтрак, какие-то сухие фрукты. И когда они пошли в лес, Судама, он все съел тайком и ничего не дал Кришне. И потом стал очень-очень бедным браманом. Очень бедным. Это говорит о том, что если мы что-то не предлагаем Кришне, все равно это, мы все это потеряем. А если мы что-то предлагаем, потому что сюда мы потом принес, подарил, Кришне своему вспомнил о своем друге и принес, подарил ему подарок. После этого сюда мы стал очень богатым человеком. Yeah. So when he became rich person, rich person, but when once he went to darshan of Krishna, well, no, you cannot get empty hand to Lord. Must you can take something. Then this wife go to begging and bring some chipped rice. And he take this chipped rice, Krishna. And when he take this chipped rice, one time he eat, two times. And third time he want to eat, Lakshmi, his wife, catch his hand, will never. Two times you accept, meaning all wealth you gave already to him. Third time you eat, then maybe I have become made servant of him. So never accept. Когда он вспомнил о своем друге, решил пойти к Кришне в Двараку, он попросил свою жену что-нибудь предложить Кришне. И у них дома не было вот совсем ничего. И тогда жена по соседям выпросила колотый рис. И в узелке Судама отнес это Кришне. И когда Кришна увидел этот подарок, он с таким счастьем принялся пригоршню за пригоршней поедать этот сухой колотый рис,
когда он уже потянулся за третье пригоршни, его супруга Лакшми просто схватила его за руку. Нет, больше не это. Две пригоршни обозначают, ты и так подарил ему все богатства. После третьей я, может быть, служанкой ему буду сама. So when Sudama he returned this house, he kind of recognized, everything became changed. There the big palace. This wife, not an ordinary person, the queen, this wife coming doing arati to him, take the house. He kind of recognized, well, who are you? I am your wife. Well, how, what is this? He kind of recognized, well, I am same your wife. Well, how happening? Well, he gave something to, Krishna. Krishna, this one night, he gave everything to us. Он нашел там только большой дворец, из которой вышла какая-то царица с множеством служанок необычайной красоты, и она стала делать ему арати, как приветствие своего мужа, и он не признал в ней свою жену, она так изменилась. И тогда он говорит, что случилось, кто ты, что случилось? Она говорит, я твоя жена, все потому, что ты отнес Кришне этот подарок, то за одну ночь у нас все так превратилось. So here is teaching that So when you can eat anything, keep the front of Krishna, give one tulasi leaf and chanting Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then Krishna he accepts this thing, by this mantra. There you can eat, they can eat. But sometimes you think, you gave to Krishna, but Krishna did not eat. Why not empty, then take some, did not empty, how Krishna eat? Well, not Krishna is like this, us. So this is the Upanishad and this is the Veda, he telling, Om Purnamada, Purnamidam, Purnasya, Purnamada, Purna. Krishna is a complete fool, like, not like this us, when taking, he take this, he make, not less, he gave them more, he became more. И поэтому, когда мы хотим есть, то пищу, которую мы едим, вегетарианскую пищу, нужно предлагать стать перед изображением Кришны. Нужно предлагать ее Кришне, с Харе Кришна Махамантрой, положить туда листочек туласи. И не надо расстраиваться, что пища не уменьшилась. Дескать, Кришна ничего так и не попробовал. Кришна не такой, как мы. Кришна, он, как говорится, в Шупанишатам Пурнам, Итам Пурнам, Атам Пурнам, Пурнам, Пурнате, something. Кришна, он совершенный и полный. Он ни в чем не прибавляет, он никогда не убавляется. Он просто само совершенство. Он может каждой частью своего тела выполнять любую свою функцию. Если даже как Кришна что-то берет, оно при этом не уменьшается. Оно это может только увеличиваться, но уж ни в коем случае не уменьшаться. Yeah. And our India is Lakshmi. Who is the Lakshmi? Lakshmi belongs to Narayan. Narayan is wife. Our Indian culture always wife. He served with his husband always. This stuff. So Lakshmi means money. This is not Lakshmi belongs to you. This is Lakshmi to Narayan. So if you Lakshmi, you are used to Narayan seva, then Lakshmi he becomes so happy and gave you very peaceful life. If this Lakshmi buy some nonsense thing and try to enjoy Lakshmi means buy what can himself enjoy. Never Lakshmi gave happiness life. Always them disturb life, painful life always get you. Лакшми, то есть все богатства, какие есть, это все называется, все это называется Лакшми. Лакшми — это супруга Господа, супруга Господа Нараяны. Лакшми, what is Лакшми? Money is Лакшми. Денежки главным образом — это Лакшми. И супруга, она всегда служит своему мужу. Она верная супруга. И поэтому она смотрит, на что ее используют, в какое служение ее вовлекают. Она должна быть использована только лишь на служение своему мужу, Господу Нараяну. И поэтому, если Лакшми видит о том, что мы свои деньги
тратим на нечто дурное и греховное, ей это не нравится, и она уходит от этого человека. Она сделает жизнь болезненной и мучительной, и создаст множество проблем от того, что ее используют таким образом. И только тогда можно получить благословение от нее, когда ее задействует служение своему мужу. То есть, когда свои денежки и все остальное, когда это задействуется для служения Кришне. Хорошо? So, now drama is ready. Now, they're playing drama. Спектакль готов? Махарадж спрашивает. Еще полчаса. Готов, готов.